Всем привет, скоро Новый год, и я хотел бы вас искренне поздравить с наступающим Новым годом. Счастья, здоровья, побольше знаний и умений. Хочу пожелать освоить квантовую механику и общую теорию относительности и вообще всего-всего. Знаете, я хочу сказать спасибо вам за то, что вы есть. В своей группе я написал, что буду рад, если у меня к Новому году будет 50 тысяч подписчиков, и сейчас у меня их около 60 тысяч, даже более. Это просто восхитительно, правда. Также в группе я попросил, чтобы мне написали вопросы. В группе я выложу ответы на них. Кому интересно, ссылка на группу в описании. И я хочу сообщить вам еще одну новость. В январе видео выходить не будут. Я хочу на этот промежуток времени полностью углубиться в научную работу, но в феврале работу над каналом я возобновлю. Чтобы вы не разбежались, так скажем, вот вам несколько анонсов к новым выпускам. Вот этот и вот этот. Как вы понимаете, я стараюсь угодить каждой аудитории, и той, кто любит хардкорную науку, и тот, кто любит что-то полегче. Пока, если вам интересно, можете посмотреть мои старые видео, но знайте, что я, как и многие ютуберы, развивались. Где-то я ошибался, но при этом, правда, я искренне старался донести до вас научные знания. Спасибо, что вы есть. Счастья и пропорциональной массы. С наступающим Новым годом. Пока.